Утренняя пробежка делает день лучшим. В этом уверен Сергей Алипченков. В городском парке его можно встретить не только по выходным. Когда ты идешь или пробежку делаешь, какие-то мысли там свои, так сказать, в голове. Вот. Ну, мысли приятные всегда, так сказать, и настроение, так сказать, улучшается, во-первых. Вот. Ну и вот люди, я замечаю, здесь вот ходят, они всегда довольны, так сказать. То есть я вот таких грустных людей-то здесь и не вижу. В день он пробегает по 5 километров, а во время смены спускается под землю на километр. На сверхглубоких горизонтах бригада занимается проходкой и подготовкой выработки, чтобы комбайн смог приступить к добыче алмазоносной руды. Работа горного мастера ответственная, требует точности. От специалиста зависит безопасность всех, кто находится на нижних горизонтах. Ну, мы сейчас произвели, значит, геометрический промер забоя. Вот, это делается для того, чтобы, так сказать, машинисты буровой установки, значит, зная параметры забоя, правильно, значит, бурили, чтобы там в дальнейшем не было переборов при уже, так сказать, взрывных работах. Шахтерской профессии Сергей Алипченков посвятил более 30 лет жизни. Большую часть проработал на Интере. Устроился сюда молодым парнем, когда рудник только открыли. Стоял у истоков шахтостроительного управления. На сегодняшний день много механизированного труда. То есть машины в основном зарубежные. А вот то, что было вот в начале, скажем так, ну, это был более физический труд такой. Вот. Ну и были совершенно другие там объемы. Сейчас, так сказать, совершенно по-другому. Девиз по жизни у Сергея Липченкова – двигаться вперед, как и задачи, которые стоят перед шахтостроителями рудника «Интернациональный». Кристина Каширина, Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».